Папа Римский призвал положить конец войнам, которые никогда не могут быть оправданы. Мир, по его словам, уже является свидетелем Третьей мировой войны, только по частям. Такое заключение понтифик сделал в своей книге, обращенной к верующим и политикам. Последних он призвал остановить вооруженные конфликты по всему миру. Они, по словам папы, не решают проблем, на которые направлены. Отдельные выдержки из книги главы Ватикана опубликовала итальянская «Ла Стампа», и вот одна из цитат. Новейшая история дала нам примеры даже манипулируемых войн, в которых создавались ложные предлоги и фальсифицировались доказательства для оправдания нападения на другие страны. Вот почему я призываю политические власти положить конец продолжающимся войнам, не манипулировать информацией и не обманывать свои народы для достижения военных целей. Папа Римский также высказался за реформу международных организаций, включая ООН. Мир изменился, поэтому задачи этих институтов нужно переосмыслить, считает понтифик. Конфликт в Украине, по его словам, в очередной раз показал, что нужно искать более гибкие и эффективные способы разрешения споров.